Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки еще двух партий для участия в выборах депутатов в Мажилис парламента. Партия «Адал» выдвинула 16 кандидатов, в их числе 5 женщин и несколько молодых людей до 29 лет. В партийном списке партии «Ак-Жол» 38 человек, среди которых 14 женщин. Чтобы принять участие в предстоящем голосовании, казахстанцам нужно зарегистрироваться по месту жительства, либо подать заявление о прикреплении к избирательному участку. За ходом голосования будут следить наблюдатели. Они также проконтролируют подсчет голосов. На каждом избирательном участке будет находиться по одному наблюдателю. Главное условие для них – быть гражданином Казахстана. Выдвигать их смогут как от политических партий, так и от иных общественных объединений и некоммерческих организаций. Что касается международных наблюдателей, то они выдвигаются по представлению Министерства иностранных дел Казахстана. Министерством иностранных дел Республики Казахстан были направлены соответствующие приглашения 11 международным организациям по участию в наблюдении за выборами. Это БДПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент, СНГ, Парламентская ассамблея СНГ, ПАО ДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, ССТГ, ТЮРКПА и организация ОИС. Кроме этого, на двусторонней основе Центральной избирательной комиссии было направлено приглашение в адрес 25 центральных избирательных комиссий иностранных государств.